Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусный шоколадный торт на сковороде из простых ингредиентов. Тортик получается очень нежный, и не скажешь, что он приготовлен без духовки. При этом торт содержит достаточно много белка и имеет низкую калорийность. Нам понадобится 210 грамм творога. Подойдет любой творог без лишней жидкости. Добавляем к нему 2 крупных спелых банана. Их вес без шкурки 270 грамм. И сюда же добавляем 40 грамм ароматного какао-порошка. Тщательно измельчаем эти ингредиенты блендером до максимальной однородности. Теперь добавляем все остальные ингредиенты. 5 яиц. 80 грамм любой цельнозерновой муки, у меня это мука зеленой гречки. И 6 грамм соды, это 1 чайная ложка без горки. Перемешиваем эти ингредиенты блендером. Теперь уже недолго, просто до однородности. Здесь можно перемешать и просто лопаткой или венчиком. Сковороду смазываем маслом и хорошо нагреваем. Выкладываем примерно 1/4 теста и распределяем до нужного диаметра. У меня примерно 20 сантиметров. Тесто не жидкое, поэтому довольно легко придать ему нужный размер. Накрываем сковороду крышкой и готовим на слабом огне несколько минут. Проверяем, чтобы на поверхности коржа не осталось жидких участков. У меня это заняло около 5 минут. Переворачиваем корж. Снова накрываем крышкой и готовим также на слабом огне еще примерно 2 минуты. Таким же способом выпекаем все 4 коржа. Вот такие коржи получаются. Пока они больше похожи на бесформенные лепешки. Чтобы торт получился ровным, вырезаем из них круги одинакового диаметра. У меня примерно 16 сантиметров. Можно использовать любой круглый предмет. Обрезки сохраняем, они понадобятся для обсыпки. Получается 4 одинаковых круглых коржа. Приготовим простейший крем. Нам понадобится 525 грамм мягкого творога. Это примерно 3 баночки по 175 грамм или 4 баночки по 125 грамм. Добавляем 90 грамм меда. Можно использовать и другой подсластитель на ваш вкус. И 10 грамм сока лимона. Тщательно перемешиваем. Иногда нужно немного времени, чтобы мед разошелся. Он постепенно растворяется в жидковатом мягком твороге. Получается вот такой мягкий полужидкий крем. По вкусу он ближе всего к сметанному. На подложку капаем немного крема, чтобы зафиксировать торт. Выкладываем первый корж. Если у вас есть кондитерское кольцо, то оно поможет собрать идеально ровный торт. Но можно собирать и без кольца. Выкладываем 160 грамм крема и разравниваем лопаткой. Второй корж. Лучше всего выкладывать коржи более пористой стороной вверх, чтобы крем хорошо пропитал их. У меня это сторона, которая выпекалась первой. Еще порция крема. Следующий корж. Если вы собираете без формы, то коржи не стоит сильно прижимать, чтобы крем не вытекал в процессе сборки. Так собираем весь торт. На верхний корж также выкладываем совсем немного крема, чтобы он пропитался. Буквально 40 грамм. Распределяем. Накрываем торт пищевой пленкой. Если вы собирали торт без формы, то накройте его пищевой пленкой со всех сторон, чтобы он не заветрился и сохранил форму. Оставляем в холодильнике как минимум на 8 часов. Оставшийся крем также храним в холодильнике в закрытом виде. Обрезки от коржей выкладываем в блендер и измельчаем в крошку. Получается такая влажная, бархатистая шоколадная крошка.
Когда торт настоялся, освобождаем его и покрываем совсем тонким слоем крема со всех сторон. Торт хорошо пропитался и уже достаточно стабилен. Покрываем его шоколадной крошкой. Очень удобно при этом держать торт над противнем или большой тарелкой, потому что крошки неизбежно будут сыпаться. Я покрываю боковую поверхность торта и сверху по краю, а потом обсыпаю серединку. Круг оставляю необсыпанным для того, чтобы выложить на него декор. У меня это черешня, и она хорошо зафиксируется на мягком креме. А вообще этот тортик отлично выглядит и просто в обсыпке без декора. Получился простой и очень аппетитный торт. Мне очень нравится, когда торт посыпан не сухой, а вот такой бархатной посыпкой. Это выглядит как-то сочно, очень уютно и по-домашнему. Давайте его разрежем. Простой и аппетитный разрез. Мягкие пропитанные шоколадные коржи в меру сладкие и очень вкусные. И прослойки нежного крема. По вкусу этот крем ближе всего к сметанному. Часть влаги крем отдал коржам, благодаря чему торт получился как единое целое. Сладость у торта невысокая, но очень приятная. Именно такая, которая удовлетворяет потребность в сладком, но при этом не побуждает вас съедать еще и еще кусочек. Мне очень нравится этот торт именно с медом в составе. Он дает изюминку во вкусе и приятный аромат. И, кстати, этот вкус очень гармонично сочетается с вишней или черешней. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!